Ну вот, я раскрутил. Все крепление снял. Вот ободочек один. Что с вами, миленький? Мы потом его покрасим тоже в красный цвет. Давайте, поднимайтесь. Да. Коля! Что за искорок? Так, покрасим. В красный цвет, потому что у нас... Я хочу обклеить его, этот барабан. Красным украинским орнаментом. Коля! Коля! Вызови скорую быстрее! Видите, да? К счастью, орнаменты продаются, как ей хочешь. Синие, красные, черные, именно украинская набивка, именно украинская набивка, так что вот молодцы, придумали хорошо, так. Если вот машина принадлежит турфирме или частной. Ремень. Тоже круче. Ну что, снимаем. А если взяли на прокат? Кожу. Или такого номера вообще в природе не существует? Это что? Запись. Ну, кожа вроде бы в нормальном состоянии, пока не вижу отверстий. В общем, между прочим, посмотрим, да? Мы взяли экскурсию в турагентство «Принцесс-Тур». Знакомая их рассказала. Вот вторая кожа. «Принцесс-Тур» — это здесь, возле аптеки. Краска. Ну, тоже вроде пока не вижу. Оно потом прояснится. Это наклеится, наклеивается сукно, наклеивается. Сейчас я покажу, куда. Вот пружины, о которых я вам говорил. Которые издают, помогают дроби, чтобы звучала дробь. Вот, вот они тут подвигаются, но они тут наглухо забиты, так что они не нужны, мы их снимать будем, они нам не нужны. Оттуда. А вот это вот... Только что звонил его отец. Вот здесь... Кожица, то есть да, вот это сукно. Для чего это применяется? Мембрана, по которой бьют, она глушится вот такими двумя глушителями, видите, да? Чтобы не гудела. Она глушится, специальные глушители такие изготовлены. Ну, в общем. Здравствуйте. Вот один, вот второй. Ну, один нерегулируемый, а один еще пока должен быть регулируемый. Ну хорошо, сейчас я его полностью разберу, потому что снимать надо будет все, вот это, чтобы ничего здесь не было. Надо будет зачистить от краски, отшлифовать ее мелкой наждачной бумагой, а потом мы наклеим сверху пленку. Я покажу, как я буду клеить. Так что, сейчас минуточку. Значит, а где эти штучки, которые просил привезти? Вот. Держи. Вот таким орнаментом. Его должно хватить или впритык, или может даже немножко не хватить. Я не знаю, кто они. Но они очень могущественные. Видите, там ее так. Нет. Сверху не красивенько не раз. Разговаривал. А потом вот красные обечаечки. Все у нас будет красота. Ну вот, когда я сделаю, как найти, да, вот, когда я зачищу, потому что это надо чистить в другой мастерской, не в этой. Я тогда вам это покажу, как я буду клеить. Все, пока, до следующих встреч. Если есть вопросы, задавайте.